Испанские компании заинтересованы в инвестициях в экономику Азербайджана, в частности, в сферу альтернативной энергетики. На сегодняшний день уже реализуется несколько пилотных проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Испании. Помимо энергетики, привлекательными властями для испанского капитала также являются транспорт, инфраструктура, телекоммуникации, строительство, архитектура, городское планирование и медицина. Согласно информации Государственного статистического комитета, товарооборот между странами в 2020 году составил почти 430 миллионов долларов. Большая часть экспорта из Азербайджана приходится на черное золото. В прошлом году в королевство экспортировано более 1 миллиона тонн сырой нефти на сумму свыше 320 миллионов долларов. Ноу-хау испанских компаний соответствует потребностям азербайджанской экономики. Мы уверены, что наши компании продолжат вносить свой вклад в рост Азербайджана.